Всем привет, с вами Коронова Викуська. Мы, наверное, будем немножко капризничать в этом видео, потому что приболели. Ну вот, смотрите, какое на ней платьишко. Да, капризничать мы точно не будем, температуру сбили. Значит, трикотажное платье с длинным рукавом для девочки, цвет желтый, размер 122, 80% хлопок, 20% полиэстер. Артикул 524, 495. Ну, как вы видите, оно нам велико, очень сильно. На размерчик бы, конечно, меньше, да, то есть рукавчики такие. Оно очень теплое платье. Вик, ну-ка встань вот так сюда, встань и сделай вот так. Вот так. Видите, какое платье, да, клевое. Вот, ну, по идее, оно Вике очень-очень нравится, но, конечно, великовато, к сожалению. Действительно, очень велико. Вика, покружись, стесняется. Да, ну, видите, очень такое объемное оно ей, да, то есть на размерчик меньше берите своим деткам, потому что 122 нам, по идее, подходит. Так, сейчас мы на Викульку надеваем штаны. Вот такие вот штаны. Вот чуть-чуть. Ну, я, наверное, их оставлю, потому что они, в принципе, нормально. Трикотажные брюки для девочки. Так, артикул 524-487. Цвет лиловый, размер 122, 80 хлопок, 20 полиэстер. Вот такая вот красотища. Мне кажется, что брючки очень теплые. Вика, дай мама покажет. Да, вот смотрите, какие теплые. Значит, тут у нас кармашки, не обмашки. Значит, тут все завязывается. Да, то есть и вот такой вот, они очень теплые, хорошие. Да. Так, сейчас на Викуське получается трикотажный джемпер с длинным рукавом для девочки. Артикул 524-471. Цвет желтый, размер 122, 62% хлопок. Вика, ну-ка давай, стой. Стой красиво. 62 хлопок, 36 полиэстер, 2 эластан. Очень классная, оставляем. Она идет не сильно плотная, но тут какой-то, вот знаете, есть немножко какой-то, даже нет никакого начесика, просто такая плотная ткань, хорошенькая, да, то есть симпатичная такая. Кофточка в меру мягкая, в меру хорошенькая, чуть-чуть немножко беликовато, но ничего страшного. В принципе, смотрится хорошо. И как вы видите, Викуська довольна, желтый она любит. Сейчас на нас джемпер. Такой вот прям классный, суперский. Я не знаю даже, как это описать, но Вике нравится. Значит, трикотажный джемпер с длинным рукавом для девочки. Артикул 524-530, лиловый, размер 122, состав 80% хлопок, 20% полиэстер. Ребят, вот смотрите, какой он теплый. Он просто мега теплый. Тут очень вот такой суперский начес. Он очень-очень-очень теплый. Даже вот эти вот рюшки, так они и те с начесом идут, с таким же, какой и тут. То есть вот так вот. Вика, нравится, да? Вика, нравится? Так, сейчас надевается очень мягкий, уютный, классный свитерочек с такой вот симпатичной вязочкой. Он реально мега-мега мягкий, мега-мега классный. Ларис, поправь еще немножечко этот воротничок. Ой, какой мягкий, приятный, с косами, да, Вика? Значит, этот прям всем-всем рекомендую. Он просто суперский. Значит, трикотажный джемпер для девочки. Цвет белый, размер 122, 47 вискоза, 45 нейлон, 8 шерсть. Артикул 524-479. Просто невероятно. Классный. Но он, конечно, не такой плотный, как предыдущий. Он не такой теплый, как предыдущий. Но он суперский. Вик, нравится? Скажи лайк. Лайк. Да, нравится? Просто крутые, суперские штаны с резинкой, совсем. Да. Очень плотные. Не знаю даже до минус скольки. Ну, Ларис, как ты думаешь? Ну, до минус 20 спокойно можно носить. Серьезно? Так у нас же еще термобелье есть. А, ну да, термобелье. Термобелье. Очень плотные, хорошие штанишки. Вика, на, одевай. Немножко. Ты уже туфли одеваешь. Так, сейчас посмотрим, как будет на ней смотреться. Еще такую же курточку заказали. Надевай, натягивай. Вот, а я поправлю тебя ниже. Так, тут у нас снизу идет
этот антиснег-то, как он называется, забыла. Так. Давайте заправляться будем. Резинка очень эластичная. Прилегает плотно, но не будет давить. Да, Ларис, не будет? Да, не будет давить на маме, держи ручку-то. Так. Вот, лямочки красивые. Лямочки регулируются у нас, да, вообще? А где регуля? А, во как. Смотрите-ка, они на липучках, да, регулируются, да? То есть их можно отлепить, подтянуть. И подтянуть. Ага, очень удобно. Угу. Ну и тут, чтобы... Карманы не обманы. Ну, все прям хорошо. Очень теплые, очень плотные. Так, Викусина ручка. Так, Вика. Так, давай. Во, какая красота, да? Суперские. Мне нравится. Нужны нам такие, да? Да. Как раз на зиму. Да. Всякое. Так. Это у нас утепленные брюки для девочки. Цвет фиолетовый. Размер 122. Артикул 524-463. Стопроцентный полиэстер. Верх подкладка и утеплитель. В общем, классные штанюшки. Так, всё. Вот, значит, мы одеваем курточку. Всё. Это последнее, что мы будем примерять. Слушай, что-то она велика, что ли? Да, она великовата. Или кажется. Сейчас мы померяем. Мне... Ларис, да минус скольки такая курточка? Не, она теплая, там очень теплая. Минус 20 точно можно спокойно ходить. Ага, я тоже думаю, что... В общем, антизакус есть. Есть светоотражатели. Слушай, да не больно, ты и велика застегнули, так. А как капюшон у нас затягивается? Нет. Курточка получается для девочки. Артикул 524-455. Цвет фиолетовый, размер 122. 100% полиэстер, верх подкладка и утеплитель. А я вам могу сказать, что на эту курточку мы закажем пояс где-нибудь. Купим, вернее, пояс, и тогда будет все отлично. А курточку мы оставляем, потому что она длинненькая, классная. С горки кататься вообще самое то, да, Ларис? Да. Вообще будет, да, классно. Да. Суперски. Тепло и хорошо. Да, ну и вот такой вот комплектик. Отличный просто. Всем привет, дорогие мои, с вами Курнова Аня, проект Суперлик Онлайн. И в этом видео я вам хочу показать новинки коллекции премиум, которые не выдавались по VIP-статусу, но я их заказала практически в первый день от начала каталога. Что-то пришло в первую очередь, а что-то пришло из автозаказа. Сегодня на мне дозаказ и автозаказ. Вот, значит, на мне сейчас трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Артикул 524-396, цвет желтый, размер 50, состав 97 полиэстер, 3% эластан. Так, он мне идет, как вы видите. Он мне очень-очень понравился. Вот это вот изображение, Антош, чуть-чуть вниз и увеличь. Да, то есть вот это вот изображение, оно очень симпатичное. Такая кофточка ребристая. Тут у нас без начеса, без всего. Ткань чуть-чуть погрубже внутри и мягче снаружи. Она абсолютно не колется, она очень удобная. Единственное, что она тянется, но плохо. И у меня возникли проблемы, что грудь не совсем вмещается. Возникли проблемы, и из-за этого... Я как-то вот немножечко чувствую скованность в движениях, но я ее себе оставлю и понимаю, что она скоро примет мою форму. Она мягкая, классная. Что я вам могу еще сказать, мои дорогие? Качество на высоте. Качество просто шикарное, очень такое, даже не знаю, как подобрать. В этот раз просто все на великолепнейшее. Длина рукавчика хорошая. А, кстати, тут у нас еще идет... Да куда? Вот до сюда замочек. Замочек застегивается, расстегивается. В общем, все великолепно, я довольна. Сейчас на мне трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Артикул 524-446, цвет черный, размер 50, 95 полиэстер, 5% эластан. Тоже ее себе оставляю, она классная, V-образный вырез. У мамы до этого вы видели точь-точь такую же, только вырез не V-образный. Кстати, вот у нас и мама сидит. Мам, подойди ко мне. Да, то есть вот она у мамы как смотрится. Шикарно, симпатично. Да, то есть и вот
Два размера прикольных. Вот, значит, что я могу про нее сказать? Она просвечивает, ее нужно носить или с телесным бельем, или с черным бельем. Вот, также ее можно носить с какой-нибудь пододевалочкой, если вам захочется. Но на самом деле она как-то вот стройнит, да, как-то вот хорошо смотрится. Мне понравилась, мягкая, классная, прям никаких нареканий нету. Сейчас на мне жакет для женщины, артикул 524-331, цвет фиолетовый, размер 50, 95 полиэстер, 5% эластан, подклад 100% полиэстер. А, ну и так, что-то он мне чуть-чуть на полразмера, мне кажется, великоват, но на самом деле не очень-то и великоват. Я не могу понять, что с ним. О, пиджак отлично тянется, по спинке хорошо тянется, он вообще весь хорошо очень тянется. Вот, тут, значит, на одну пуговку застегиваются, остальные пуговки идут как декор. Далее, когда пиджачок расстегиваем, тут еще есть одна внутренняя пуговка для того, чтобы он хорошо смотрелся. Вот, недостаток у этого пиджака — пуговки тряпичные. Очень сложно тряпичную пуговку продеть вот в эту петельку. Я мучаюсь, когда ее продеваю. Вот, но в целом моделька... очень даже симпатичная, карманы не обманы, ну тут они еще пришиты, до сюда, вот так вот идут. А, вот, ребят, дайте мне, пожалуйста, совет. Мне кажется, что великовато в плечах, да? Мне, наверное, 48 попробовать заказать, потому что я этот пиджак очень хотела. И вот сейчас даже не знаю, даже не знаю. Ну, как бы пошив нормальный, качество хорошее, мне кажется, что все отлично, но вот что-то как-то не так смотрится. А, не мое, как вы видите, слишком большие плечи, слишком облегает фигуру, все недостатки, нижнее белье, оно выделяет все. А, тянется очень хорошо это платье, талию не выделяет, наоборот, ее выпрямляет, делает шире. Сзади все тоже облегает, и очень здоровые плечи, как, не знаю, как у генерала. Значит, это трикотажное платье с длинным рукавом для женщины. Цвет светло-розовый, размер 50, состав 95 полиэстер, 5% эластан, артикул 524-431. Мое мнение, это платье только на девчонок стройных, у которых узкие плечи, чтобы они не были такими здоровыми и массивными с этими плечиками, потому что вообще кошмар. Если я уберу, мне тут будет просто велико. Поэтому вот не мое платье. Сейчас на мне трикотажное платье с длинным рукавом для женщины, артикул 524-356, цвет фиолетовый, размер 50, состав 97 полиэстер, 3% эластан. Отличное платье, суперское платье, плечики тут очень тонкие пришиты, по желанию их можно убрать, я их обязательно уберу, мне плечики не нравятся, но на самом деле платьишко просто супер отличное, мне очень оно понравилось, скрывает недостатки, можно сверху накинуть какую-то кофточку, если захочется, да, и это платье, мне кажется, что можно даже с леггинсами, со штанами, с теплыми колготками, оно будет смотреться великолепнейше, с сапогами высокими, вот с такими вот, которые у нас сейчас новые в компании продают, вообще вот супер. Сейчас на мне потрясное тоже платье, как и предыдущее, с длинным рукавом для женщины, артикул 524-351, цвет белый, размер 50, состав 97%, 3% эластан. Я довольна этим платьишком, аккуратное, классное, также вот до сюда тут, а докуда? Вот так? Ниже. Вот так. Да, где-то так. Вот так, да? А вот до сюда идет конец молнии, застегивается. Очень теплое, очень классное. Плечики, как вы видите, тоже идут, даже просвечивают. Оно очень теплое, оно плотное, но оно очень хорошо тянется и в нем хорошо. Я чувствую, вот я его надела первый раз, в нем очень тепло. Ну что ж, дорогие мои, это все, что я вам хотела показать. Эта коллекция была до заказ, автозаказ, премиум. Я очень рада некоторым новинкам. Мама тоже порадовалась некоторым новинкам, поэтому, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, скоро будут новые обзоры. Вот эти два последних платья просто огонь, рекомендую, они классные. С вами Кулынова Ираида, сейчас хотим показать джемпер, который
у нас идет на возврат, потому что он сильно маме велик. Значит, трикотажный джемпер для женщины, артикул 524-518, цвет бежевый, размер 52, состав 66 акрил, 28 нейлон, 6% шерсть. Знаете, мне такое чувство, что мама просто всхуднула, и просто ей велик этот размер из-за этого. Если было, мы бы заказали на размер меньше, то рукава бы так низко не были, то он был бы более в облегающей форме, и маму бы не увеличивал. Этот действительно маму увеличивает, и увеличивает очень сильно, но он, знаете, он такой мягкий, он такой классный, он такой плюша. Ну и, кстати, цвет тоже не мамин, ей фиолетовый вообще идет, цвет идет, но вот сам цвет вот этот серенький, да, он как-то вот ей не смотрится, сразу же лицо становится, ну, какое-то не такое, да, то есть, но, в принципе, очень-очень красиво. На самом деле, кофточка хорошенькая, но вот смотрите, что может быть даже на размер меньше, потому что это идет полуприлегающий силуэт. Мама, что скажешь? Ну, удобный, теплый. Ну, то, что велик по рукав не нравится, тянется немножко. Угу. Может быть, похудее, но то, что размер, конечно, поменьше надо брать. Ну, это понятно, да, что меньше, конечно. Это как больше мерка как. Угу. Сейчас на маме красотища из красотищ. Его мы, конечно же, оставили. Это трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Цвет лиловый, размер 50, состав 95 полиэстер, 5% эластан. Артикул 524-436. Сразу же хочется сказать, носить его нужно с телесным бельем, с бельем телесного цвета, и тогда он у вас сядет отлично. Да? Как вы видите, в районе груди чуть-чуть виднеется розовый оттеночек, еле-еле заметный. Вот до такой степени он просвечивает. Не будет. Более. А, смотрится, как вы видите, он классно. Мам, тебе рукав короток? Или нет, он... это я просто, мне нравится чуть-чуть это. А, три четверти нравится, да? То есть рукава нам отлично, все нам отлично, 50-й размер сел здорово. Маму действительно и стройнит, и украшает. И вот этот V-образный вырез удлиняет силуэт, делает овал лица даже моложе, да? То есть вот все-все-все в этой кофте просто очень супер-мега гармонично. Мне все понравилось. Просто изумительно. Вот это мамина вещь, вот это именно то, что маме действительно хорошо, действительно идет. С вами Шишкина Екатерина. Мы хотим отснять для вас вот из этого каталога новиночки. Супер классные. И первое, что на Кате вы видите, кстати, у каталога артикул, сразу вам скажу, 910-65. И на Кате вы видите вещь, которая она ей очень нравится. Катерина, посерьезней, пожалуйста. Это вот такой вот палантинчик. Вот такой вот палантинчик. Так вот он в каталоге представлен. А стоит он недешево, но скидка еще 20% от этих 3000 рублей. Значит, он идет 68 на 188 сантиметров. Артикул 600-434. В общем, вот такой вот палантин. Называется Адель. Скажите, пожалуйста, нравится вам? Не нравится, Катюша? Мне очень нравится. Очень нравится, висюльки на конце есть. Висюльки? Да. Это бахрома называется. Вот его и так висюльки. И надо носить. Там точно никаких застежек нет? Нет, он вот такой. Да? Угу. Ага, вот обычная тряпочка. И вот ты его так надеваешь, и все. Ага. И куда ты в этом собралась? В колледж. В колледж? Да. А куда еще? Знаешь, как удобно. В общем, она у меня очень просила этот палантин панчо. Я дралась за него. Ну ладно, носи. Вот я победила. Ладно, носи с удовольствием. Ладно, далее на Катюше серый костюм, вот джемпер и брюки серый меланж. Еще есть кюлоты. Вот, но кюлоты я, Катя, сразу отказала покупать, потому что ей они не подойдут, не подходят. Вот, значит, у Кати размер, по-моему, М-ка или Л-ка, Катя? М-ка. М-ка, да? Mm-hmm. Вот, значит, тут тоже все вот эти вот идут размерчики, артикли, как вы видите, все хорошо, да, цены кусаются, но
посмотрев на эти вещи, я вам, девочки, скажу, что очень качественная они штука. Они того действительно стоят. И они этого, да, действительно стоят. И я с удовольствием закажу себе такие же. Так, как вы видите, кофта немножко Кате великоват, джемпер. Но она ни в какую не захотела на размер меньше. Я, говорит, буду так носить, я хочу так, мне нравится свободно. Но дело в том, что это спортивный все-таки костюм, и если он будет мне прям прилегать, это будет неудобно. Ну, это стиль спортшик. Да, это вот мой спортшик. Да, то есть, ну, Катя так захотела, в принципе, пусть носит. А штаны нам нормально на попе сели, Катя, покрутись. А, значит, брюки серый меланж, они отлично сели, но длинноваты. Мы их сдадим, а она их немножко перешьет. Катя, как там на поясе? Покажи нам пояс. На поясе вот резинка получается и висюнечки. Резинка. Шнуровочка. Шнуровочка, да? Угу. Можем завязать, угу. Там бантик, в принципе, сделать. Ну, в принципе, мне кажется, что очень достойные вещи, очень достойные, если их подбирать по размеру, это просто круто. Сейчас на Катюшке, во-первых, джемпер женский, артикул 850-078, размер L, модель TN004FL, цвет бежевый, состав, кстати, у предыдущей модели тоже 94 хлопок, 3 шерсть, 3 кашемир. Так, и сейчас на Катюшке получается брюки женские, размер L, модель PC004FL, цвет бежевый, состав 94 хлопок, 3% шерсть, 3% кашемир, назначение одежда. Блин. Катя, как они тебе? Ну, во-первых, это все очень мягко, удобно, и, ну, знаете ли, за свою цену действительно хорошая вещь. Да, ткань натуральная, ткань хорошая, ткань классная. Нам все очень понравилось. Ну что ж, дорогие наши, мы показали вам коллекцию Флоранж немножечко. Скоро будет обзор нижнего белья. С вами была Шишкина Екатерина, Кононова Анна. До встречи с вами в новых интересных для вас видео.